Ребят, девчат, рыбу я вернула, есть ее я не стала. Пока все едят, я вот здесь прогуливаюсь вдоль ручейка. Ну вот там вот, если вы видите, видно столики. Там люди сидят. Я не хочу, зачем мне эта гадость несъедобная. Рыба реальная, я попробовала кусочку, она оказалась невкусная. На пляжах такая же продается по 250 рублей, но там она хотя бы вкусная. Это было пресное, овощи скрипели на зубах. Обидно, что вот эти гиды рекламируют эти рестораны, и по факту... Я думаю, что если ресторан хороший, то как бы сарафанное радио вещь мощная, да? Какую-то рекламу даешь, люди сами, у божечки опять вот эта милая штучка, смотрите, она летит. Ну-ка, увеличим. Вот она. Боже, какая она милая. Видите, у нее зеленое тельце и темно-синие крылышки. Синие с черным на кончиках. Сейчас попытаюсь пройти к ней. Ой, где она? Сидит, да. Вот, если ресторан хороший, я думаю, что его не нужно так отчаянно рекламировать. Они же, эти гиды, они имеют с этого деньги, с того, что они рекламируют. Хотя вот эта вот, скажем, экскурсия называется... Вон наша стрекозка. Называется